Здесь у нас сейчас пишущая машина Olympia Electric 45. Точнее, сама машина без каретки. Каретка вот такая вот у нее, шаговый механизм здесь в том числе. Но я про нее попозже расскажу. Сейчас устрою маленький демонстраж, так сказать, этой машины. В общем, вот такая вот мотор здесь без конденсатора. То есть такой вот. Ну так вот, некоторые в ней особенности есть такие вот. Посмотрим на особенность первую. Вот она включилась. Перевод каретки, кстати, вот это у нас. Можно использовать это как промотку ленты, можно использовать это, ну да, как промотку ленты. Вообще вот это для клавиш вроде X. Вот эти вот. Как переводит она каретку? То есть здесь нет никаких веревочек. Тут вот только такой вот механизм с шестеренками. Здесь на вентиляторе, значит, у нее такой вот зубик есть. На шестеренке зубик. Это сцепление такое там происходит. Вот. Видимо, он выдвигается. Зубик цепляется за другой зубик и переводится каретка. Вот. У него сегмент опускается, поднимается. Значит, переключение регистра у него регулируется вот тут. Вот шурупчик. На него сегмент опускается. Здесь у нас переключение ленты. Шрифт маленький, но в принципе... Все, в принципе, ну, здесь у нас регулировка силы удара литер. Вот. Табулятор у нее автоматический. Ну, тут немножко хуёво идет, но это потому что каретки нету там дополнительно, как будто это пружинка. Ну и вот, в принципе, все. Вот она, кстати, она нам очень громко работала, но это без смазки. Я ее сейчас помыл, естественно, смазал все тут как следует. Вот, так. Вот. Ну и она теперь работает очень тихо, так вот. Мотор здесь у нее AEG. Вот. Ну, в принципе, все. Все видео.